Мы приветствуем вас на нашем канале «Города России». И прежде чем мы расскажем вам обо всех городах нашей необъятной Родины, просим подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра! Балабаново – крупнейший город в Боровском районе Калужской области России, расположенный на реке Протва. Первое упоминание о Балабаново, тогда еще о деревне, относится к 1584 году. Позже деревня превратилась в пустошь и принадлежала Пафнутьеву монастырю. После строительства здесь железной дороги в 1896-1898 годах деревня оживилась. В 1930 году деревня Балабаново относится к колхозу по пути Ленина. В 1935 году деревня получает статус поселка городского типа. С началом Великой Отечественной войны мирная жизнь жителей Балабаново закончилась. 21 октября 1941 года поселок Балабаново был полностью занят немцами. Освобожден 28 декабря 1941 года. В послевоенное время в поселке была построена спичечная фабрика, кирпичный завод. В 1954 году колхоз в Балабанове был ликвидирован, а его земли вошли в совхоз Варсина. В 1972 году Балабаново получает статус города. В 1993 году здесь было начато строительство храма Иоанна Кронштадтского. В 2007 году военный городок Балабаново-1 вошел в муниципальное образование город Балабаново. Сегодня город Балабаново – один из крупных промышленных центров Калужской области. Балабаново и сегодня известно своим производством спичек. Благодаря спичечной фабрике «Плитспичпром» по-прежнему в городе функционирует кирпичный завод, действует фабрика конных рам, завод «Винтал», известный своим производством легких металлоконструкций, металлоконструкций мостов. Предприятие «Паконцы» производит гофротару и картон. Также развита пищевая промышленность, торговля. Из достопримечательностей Балабаново следует выделить построенный в 18 веке Истинский железоделательный завод, расположенный в долине Истей. Правда, завод разрушен. В 1722 году этот завод посетил Петр I, а недалеко от завода течет Петровский родник, которым, как гласит легенда, пользовался самодержец. В военной части Балабаново-1 находится большая коллекция техники и ракет. Недалеко от города, в деревне Акатово, родился математик Чебышев. Недалеко от железнодорожной станции находится сквер памяти воинам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Сквер – любимое место отдыха молодежи. На центральной площади города располагаются торговые центры. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и делитесь с друзьями этим видео. До новых встреч в следующем городе! Thank you.
Thank you.